11 июня в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве состоялось торжественное богослужение в честь праздника День Святой Троицы. Это один из главных церковных праздников, установленный в память сошествия Святого Духа на апостолов, описанного в книге Деяний в Новом Завете. День сошествия Святого Духа и многоязычной проповеди апостолов стал днем рождения христианской церкви, сообщества верных Христу, объединенных таинствами в единое тело Христово. Днем заключения Нового Завета Бога с людьми. В этот же день, как и обещал Христос, в мире ощутимым образом стал действовать Святой Дух, третья ипостась Бога. В честь этого праздник и получил свое название. На Троицу в соборе совершается одна из самых красивых служб в году. Дорогие братья, дорогие сестры, я приветствую вас в День Святого Триединства. Мы прославляем Господа каждый день славой во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня праздник, который уже существует много лет, в том числе со времен Древней Церкви. Но этот праздник не совсем так доступен для понимания человеческому разуму. Этот праздник – праздник тайны христианской веры. Как говорил Дитрих Бонхёфер в своей проповеди на День Святой Троицы в 1934 году, что как только человек пытается понять эту тайну своим разумом, он начинает убивать себя. Потому что попытки понимания этой тайны – это есть попытка отвержения Бога, жизни без Бога. Но только тайна и открытое сердце сопровождают христиан всю историю со времен Древней Церкви. Информационное бюро «Спектр», Москва.